А бокалы, бокалы, стаканы, ставки, чайки, да, сейчас же с 12 будет, я хочу бахнуть. И сразу же побежим подарки открывать? Конечно. Да. 12 стукнет, ломанемся вообще, как лоси будем. Ну, 5 минут, 5 минут. Акчаны плавы. Хамесын менен атымнан поздравит ет. Ой, Марат Мырзан. Поздравит. А как еще раз? А что значит ет? Ой, поздравит. Ай-то-пой. Ай-то-пой. Ай-то скажи. Вообще не выступай. Все равно не вай. Понял? Нет, еще рано. Еще рано. Я в 12. А ну, и мы все. Новый 21 год. Да, ты что, не рада 21 году? Еще рада? Пока 20. День ПК. Мы с крысой сразу на ПК переключили. Красота. Да. Я, по-моему, все снимал. Педагогическая. Я вот это видела красиво. Снимала. Она еще сняла, когда он был во всей красе. Это уже потерял. Глава семьи должен сказать. Не, после этого глава семьи должен сказать. Семейство. Кстати, говори тоже. Ну все, давайте. С Новым Роком! А мне шампанское, Света, подай шампанское. 59! А где мое шампанское? А еще не налито, Света, не налито. 59 уже? 59, да. Открывай! Не надо меня повторять. Давай. Открывай. Мне рассказали вам о табу. Ура! Не наливай же ты с собой. Так я встаю, бутылку налить. Хорош? Хорошо. Ура! Давай. Сюда. Давай. Все, давай, Вася. С Новым годом! С Новым годом! Будьте все здоровы! Не пекуйся! Не пекуйся! Подарки, все, подарки. Все больше, чтобы здоровье вставало Васе Мишу и ваш Дим. Ну, понимаешь, уже не видят глаза сейчас. А то шампанское. Ваш Дим залышает полную чашу. Слышите, дорогие титки? Это от кого? Вот титкиток. От наших дорогих. А там сзади. От Оксаны. Тараса, Оксаны и Владимира. А это так Дед Мороза зовут одного. Ух ты! А ну давай посмотрим, что там. Лена, счастье. Спасибо. Это что тут Галя раздает? Лена. Ага, спасибо. Ага. Подарочек. Ой, какой такой. О, подарочек. Улетик какой красивенький. А, сердечком. С мишками, бантиками, с ключиками. О, Валера с Гагарином. Да. Спасибо. Галя, давай чёрт. Да, Галя, давай поцелуй. Оксана, Тарас. Галя. Спасибо. Спасибо большое. Сейчас всех поцелуем. Подожди вначале, раздадим. Потом будем целовать. Валера. 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 Вася, это тебе.
Там просто нам. Еще и дети вон где. Еще есть? Ну, бери просто доставай там. Боже, мы хотим, что же я не буду. Откуда я не буду? Вася, у нас конкретно тебе. Да. О, там мы нам. Да. Вове, ты, Боже, спынь Бога. Вове подарок привез Дед Мороз. А бочки распечатают. И радуются, ага. Что... Ой, класс! Я это вот. Тамара, Света и Люба. О, я... Спасибо. Ой, это вам вообще как у тебя. Пай почитать. Бритву, наверное, да? Да, я целую. Дивись. Ух ты, вообще. А Лера, да. Что тебе Дед Мороз принес? Покажи. Вон, уже вот. Жалко даже его это. Так вот да. Я шефчик Тарас. Прикольно, это меня. Это меня. Вот, вот Тарас Оксана. Это. Что, неужели опять? Да. Ух ты! А ты посмотри, что, посмотри, что. Уже другое. Оксана, это уже не то, что было. У нас эти сумочки дорогие, хочется, как для фотографа. И душа вони счастливы. А что тут такое? Дорогие батьки, тут написано, ну, Тараса и это. Боже, как красиво оформили. О, свежие такие. Так. Фотосессия! Да! Сьогодні сімейна фотосесія з близькими людьми. Боже, як класно! Нехай на щасливі моменти. Дякуємо вам! За те, що нам треба. Да, спасибо. Дальше открывай, что там. Вот такой коробочки. Класс. Тут я уже открываю. Открывайте. Сейчас открываю. Ну тут уже хитро-мудро, так что потрошки его даже лично. Да, пока. Дальше. Такие супер солодощи. Вот эти мои любимые горихи. Сейчас мы открывать будем. Сейчас уже люблю эти горихи. Начинаем отсюда. Дальше. Выключи сначала. Да, я все поставлю пока. И да. Вкусняшки. Валера уже вкусняшки. Да, да, вот. Ой, класс. Это на півроку нам. Валера, что как один. Сладко. Ого, это я. Да. Дякую. Прям лично. Да. Дальше кто? Дальше кто? Галина Валентиновна. Пожалуйста, вам. Лично. О, какая красота. А ну, Тамара, сюда показывай. Сейчас. О, дорогие Валера и тетя Галя. Ну. Галя, говорит, давай. Ну, Валера, пусть открывает теперь. Галя, вон уже один подарок распаковывает. Да. Так, Галя, показывай, что у тебя. Это как отлично. Да, это она. Отлично, смотри. От Оксаны. А, вот. Да, отлично. Тараса. Для тортики. И Володи. Ребята, смотри. О, ага. Оксана, давай тем. Хороший будет? Конечно, да, давай. Ой, спасибо. И тоже за подарок, и за фотосессию. Это такая красота. Да. Это как раз ехать дорогу. Ой, а ну, одевай. Одевай, Галя. Люба, смотри. Оксана, Тарас, Володя нам подарили. Смотри. Видела, да? И вас, ага. И вас, Света, да. Ну, поздравляю. Вот. Вас тоже, да. Вот. Валера, для пива. Я бы хотел сказать, что и для пива четко Виаграция. Да. Еще есть там? Ой, да, здесь вот целый набор. 6 штук. А, для пива, ага. Для чая, для всего. Для горячего, для холодного. Ага. Я вам дам ножницы. Галя, давай. Дед Мороз угадал размер или нет? Показывай. Ехать дорогу. Да. Поедем в горы. Горы. Вот, да. Ты же уже скоро сделаешь паспорт, и будем не только в горы ездить. Да ты шо? Отлично. Галя, ты покажи. Размер угадали или нет? О,
для пива. Это от Тараса Оксаны, да. Да, это от Тараса Оксаны. Ну, вот это для все пива. Такие, поняла? Ой, красота. Ясно. Все спасибо. Нет, я просто гляну еще, чтобы все показать. Нет, вот, нет. Надо же пару показать, чтобы да. Убедились, что они все... На месте. Вот, видите? Шесть штук, да, да. Здесь не шесть, здесь их много. Сейчас я вам уже, смотрю, чтобы зрители не казали, что я не бредный, то мы не зрители. Дед Мороз это из Киева. Они написали, які зрители. Ну що, буду бритий, ходити, голий. Це Дід Мороз. Це Дід Мороз. А я перший раз такий бритий. Ой, я теж перший раз. Да, показывай, Валера, свою бритву. Я же показал. Ну, да, хорошо было показать. Вот, я первый раз вижу такую бритву, я раньше не видел. А это от Камала и... От Камала это такое. О, шампань, что мы тогда... Ого, пьем! А это чем было, что-то я не помню. А ну-ка поставим. Ого, это от Камала, смотрите. Бог ты мой! А здесь, смотрите, сладости. Вот Света Караваева. Еще сладости. Вот, уже... Из Германии. О, Вольга! Вольга! Чашечка! Ну, давай! Спасибо, Вольга! Спасибо! И тебя также! Привет, Вольга! Это Вася! Привет! Галя, Вольга! Василий, да. А ну дай пройду. Я от нас привет. Новым роком. Новым роком. Здоровья, Люба, вот Люба. Вольга. Вольга. Добрый вечер. С Новым годом. С Новым годом. Вольга, Вольга, здоровья тебе желаем. И чтобы ты в этом году уже приехал к нам в Киев. Ты как обещал. Ты обещал приехать. Ждем. Подарили. Дай Галя посылку. Спасибо большое. Ты костюм будешь менять или нет? Да, правильно, просто коронавируса. Ждем, ждем. Брюки, брюки помеха. Нормально, нет разницы. Я желаю. Да, мы тоже желаем. Тоже желаем, Ольга. Жилетка подошла тебе, да? Да. Нормально. В добром здравии. И чтобы, да, приехали, и мы костюм спортивный. Очень хорошо. Вот этим. Нет, вы же все в разные места ходите. Спасибо, ура, ура! Ура! С Новым годом! Все, счастливо, да. Вот, тебе подошло тоже. Тебе тоже подошло. Ой. А ну, застегни, застегнется? Ну ты же в кофте этой, может сними эту кофту. Да чего, это всегда одевает наш кофта. Да? А, чего так, не, как быть? Раз размер твой. Ой. Все угадали. Да. Угу. Брюки, да. И кофта еще. Это колготки, да? Это колготки. Это кто нам подарил? Это Дед Мороз. Да. Здоровья. Красный нос. С Новым годом, открытие. Оля, с Новым годом, с новым счастьем это, тебя. Всем мы поздравляем. Я же вам давала. Так, спасибо вам большое. Да? Подошло. Да, Стив, передавай это, наш новоречный. То, что наши, я что-то взяла. Нет, все ваше, ага. Все ваше, да. Ага. Все, то я думаю, от всех ваше. Нас, да. Вот, поздравляем спасибо, тебя. Да, никогда не болей. Вот это, ага. Вот это, давай вот это, побыстрее вот приезжай. Будем сейчас значит, учиться. Значит, это не, она, не наша, это значит. А это красная. Да, да, да. А нет, что-то оно?
Да, да. Давай, все. Да, Оля, Оля, Оля звонит. Давайте поздравим вместе Олю. Оля, с днем... С Новым годом! С Новым годом! Здоровья тебе, Оля! Чтоб здоровье было у тебя, чтоб ты смогла в добром здравии была и чтоб ты смогла приехать к нам еще раз. Поздравляю! Ближайшее время. Не болей! Не болей! Ну что, все ждут тебя. Грибы собирать. С нетерпением. А вот еще покажу. Вася с Галей подарили. Поближе покажу. Это сладости. Шоколадки. Так, это колготы. Не буду уже близко показывать. Зубная паста. И еще. Так, это нам каждому по колготам. И еще вот такую маечку. И вот такую вот маечку. Я люблю вот такую маечку. Расцелую. Дайте я вас сейчас расцелую. Тогда я расцелую. Лишнее не бывает. Галя, а ты чего? Так что у тебя есть? Давай. А поцеловать? Тыщила, вот семья Камал, вот шампанское. Это вас поздравили? Это нас, да, тетя Галя. Это вот я поняла, что это конфеты. Что знает, что чай мы... Это нам, видите, какие подарочки, пряники. Это Даша с Андреем где-то... Делали. Да. А, вот покажи. Здесь написано вот от Андрея написано. Да, это Андрей, а это написано от Дари, Даши. Вот все. От Даши. Даже они каждый день поздравляют. Они на Николая привозили. От Даши. Даша. Скатерть, видите? И чашечки. Смотрите свои. О, красивые. Вот теперь мы будем с Васей с этими чашечками. Чай пить. Чай пить. Да, да, спасибо, да. Камал, Наташа, Даша, Андрюша, наши милые родные, спасибо вам большое. Мы получили от вас подарки. И вас ждут подарки. Приезжайте, вас тоже ждут подарки. Под елкой. Под елкой. Я отнесла на стол, да. Под елкой. Под елкой ждет вас тоже ваш подарок. Спасибо всем. Спасибо. Деду Морозу спасибо. И всем спасибо. Особенно Деду Морозу. Особенно Деду Морозу. Он вообще молодец. Да. И Снегурочке с Дедом Морозом тоже большое спасибо. Ну да, он. Двум Дедом Морозом. Повозился в этих кусах. С Новым годом всех нас. С Новым годом, с Новым годом. С Новым годом! Нас! Послухайте, у нас правильний звук повинен тирамісу давати. Отакий глухий. А, мастер-клас. Да, значить він хороший. Все. Свежий, значить. Значить, пропитався і равномірно. І того повинен такий пух-пух. Глухий звук. Не звук. Є дзвонки, значить, не свіжий. Не свіжий. Красиво так у тебя получилось, вот эта снежиночка. Ой, вручную высыпала чайной ложкой, тетя Люба. Ну, видели? Готовимся уже пить чай. Люба, смотри, торт солнышко. Ты думала, это тортик? Это мой салатик. Ну, будет на завтра, значит. Я сама забыла. Я сама забыла. Это салат. Что я его делала? Видишь, как похож на тортик. Да. Тортик. Галя, ну может это тортик? А я не раньше подумала. Все подумали, что торт имени. Да. Ага. А как там? Окончен бал.
Погасли свечи. Я отдыхаю, балаган я приглашаю. Где куклы так? Да, не хочу. Где куклы так похожи на людей? Кукол дергают за нитки, на лице у них улыбки. Ох, тут шампань осталось. А теперь как ее туда? Никак. Все, сам Бельчика поздравляем. Да, а Коля рядом? Их минает.